А мы продолжаем. Дорогая Аня, у меня сейчас не самый праздничный вопрос будет. Вот хорошо, скажи, давай, я привыкла. Как сказать любимому человеку «нет», но при этом сделать так, чтобы это было не обидно? Ты знаешь, я думаю, что его стоит познакомить с творчеством одной артистки, которая в этом деле просто профессионал высочайшего уровня, которая в этом деле, как говорится, съела собаку. Ну, если она там уже собаку доела, давайте тогда ее и позовем. Потому готовы? Что на этой сцене, если вы готовы, давай вместе. Давай. 3-4. Полина Гагарина! Спасибо большое. Love Radio.